Привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Короткая рабочая неделя подошла к концу, и самое время задуматься, как провести выходные. Что интересного подготовил город, разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! В Самарском литературном музее открывается выставка французского фотохудожника. На открытии можно будет познакомиться с автором, а 9 ноября фотограф даст мастер-класс самарцам с 11 утра. Проработает экспозиция до конца ноября. Концерт во дворике музея «Модерна» начнется в 8 вечера. На этот раз прозвучат звуки флейты в сочетании с чарующей игрой гитары. Перенестись в Средневековье прямо в это воскресенье предлагает музей живой истории. Экскурсовод не только расскажет исторические факты, но и продемонстрирует мини-мастер-классы по рукоделиям, высеканию огня, письменности и охоте на медведя. Начало в 11 утра. Лекция «Зима и оттепель. Советская литература» пройдет в это воскресенье. Затронут судьбы литераторов того времени, как властная диктатура и цензура влияла на их творчество. А во второй части встречи проследят, как писатели и поэты осознавали, что цензура становилась не такой строгой и снова начинали творить, не боясь услышать стук в дверь. Куйбышева, 96, начало 18:00. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!